Волонтеры разных профессий нужны на Донбассе. Гуманитарный корпус Югры продолжает набор добровольцев, готовых отправиться на помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. В апреле туда отправилась первая организованная группа из нашего региона. Они обустраивали палаточный лагерь в окрестностях Мариуполя, разгребали завалы, раздавали питание, лечили людей. Сейчас почти все вернулись домой. На смену им отправился уже следующий десант волонтеров. Предполагается, что сменять друг друга добровольцы будут каждые 2 недели. Один представитель Югры находится в лагере постоянно. Сейчас там 22 наших волонтера. Добровольцы нужны различных профессий, различных квалификаций. Вот сейчас формируется команда врачей. Вот, сургутская травматология обратилась в лице нескольких врачей и операционных медсестер. И мы ждем, что они будут в июне месяце отправлены непосредственно в Мариупольскую поликлинику. Надо подумать, чтобы ребята были крепкие, то есть там не курорт.